Хорошо. А? Машадиев. Так, всем саламу алейкум, с вами Султан. Вот наша, как бы говорится, полубанда приехала в Турцию. Сейчас двигаемся по Мерсину. Только что с дороги, уставшие. Но у меня есть одна, как бы сказать, ужасная новость. Чем она ужасная? Тем, что в Турции отменили YouTube. Правительство запретило Twitter и YouTube. Я думаю, что это страшная новость для таких блогеров, даже таких начинающих, как я. Я не хочу похвастаться, что я блогер. Неправильно не поймите. Но у меня есть один друг здесь, который мне помог решить эту проблему, конечно. Можно будет, я ролик загружу обязательно, думаю, будет кому-то полезно узнать, что в Турции YouTube не работает. Но есть блогер мой друг, он мне решил эту проблему, так что вы увидите это видео. Взламывает замок, не знаю как, но буду стараться научиться. Вот наш друг, красавчик, его зовут Чанан. Да, и водит он Audi. Вот, можете увидеть его. Такая небольшая видео, как бы сказать, регистрация, да? Привет. Привет, а, да, по-русски привет. Он немного владеет. Скажи привет. Привет, привет. Ну да, друзья, в общем, если я на время потеряюсь, вы не думайте, что я потерялся. Тут проблема с YouTube. Будем решать эту проблему. Видеосъемки идут. Потрясающие места здесь есть. Я думаю, что за месяц только отсюда, ну, кое-как вылезу. Там вот, смотрите, самолет есть даже. Потом, не знаю, здесь не успели, да, посмотреть. Потом я его засниму. В общем, на пока все. С вами Султан. И вот красивый вид мечети отсюда. Тоже засниму. Вы знаете, все хочется снять так. Но начнем с завтрашнего дня. Я думаю, что эта новость будет вам полезна. Тот, кто собирается в Турцию, и тот, кто занимается именно Ютубом. Не думайте, что я написал там ужасная новость для того, чтобы просматривалось мое видео или что-то еще в этом роде. Это не так. Я поставил это имя, потому что название ролика, потому что это действительно так. Но пока, до встречи. С вами был Султан.